Ночь. И летели листовки с неба. На пороге замерзших квартир будет хлеб. Вы хотите хлеба? Будет мир. Вам не снится мир? Дети, плача, хлеба просили. Нет страшнее пытки такой. Ленинградцы ворот не открыли и не вышли к стене городской. Без воды, без тепла, без света. День похож на черную ночь. Может, в мире и силы нету, чтобы все это превозмочь. Умирали и говорили: наши дети увидят свет, но ворот они не открыли, на колени не встали, нет. Мудрено ли, что в ратной работе город наш по-солдатски хорош? Петр построил его на болоте, но прочнее земли не найдешь.